Всем привет и добро пожаловать на канал Худи G2K. Сегодня у нас распаковка бокса Wildcard Mate. Соответственно, здесь у нас 4 пака по 10 карт, 8 инсертов, один гарантированный автограф. Тут список наименований всех игроков, кто может выпасть. Много знакомых лиц. Айда Сунму, Даррен Терри, Митчелл, Вагнер, Маккайн, Хоукинс, Джош Гиди, Чендлер, Дьенг, Барнс, Изен, Киус, Тайти Вашингтон, Заир Уильямс, ну и многие другие неизвестные игроки. Тут всякие различные инсерты у нас. И давайте вскроем бокс, чем он нас может порадовать. Так, вроде бы на бокс идет одна или две тиражки. Вот так это внутри выглядит. Тут у нас 4 пака. Также есть легенды. Юинг, Мэджик Джонсон. Так, ну что ж, погнали вскрывать. Сразу нас встречает Сессор. Этого мы знаем. Игрок у нас из Детройта. Более толстая карта. А, это тираж. Тираж 8,6 из 100. Неплохо. Еще один известный для нас парнишка — это Хоукинс. Risen Hit. Игрок Пеликанов. Так, ну, соответственно, это у нас два инсерта было. База у нас с этой стороны. Джо Бейкер. Морсел. Мур. Вроде как из Лейкерс. Фулькерсон. Вильямс. Севелис. Кендалл Браун из Индианы. И Тамар Бейтс. Начнем с базы. Так. Так, еще один Кендалл Браун. Это у нас Лажевский. Мерфи третий, Пеликаны. Вот он, легенда Ларри Бёрд. За ним Гриффин Джуниор. Это Эй Джей. Бахейм. Кокберн. Квиндерли. Кофи Кокберн, Пейнтбол, параллель под серия. И за ним вот такой тиражный Джамир Янг из 50. 17 из 50. Тут еще и плюс 50 градусов, как будто написано. Такая карта, даже не знаю, Сессора точно он не переплюнет. Как-никак, хотя бы игрок НБА. Опять Тамар Бейтс, Уэйд, кстати, это вроде сынишка Уэйда, Сессор, Айда Сунму, Морсел, Селис, Флюкерсон, Кендалл Браун, база повторяется, Вильямс, тут у нас Смокинг Ганкс. Это у нас Робинсон Ирл, игрок Оклахомы. И за ним тиражка из 50, из 150. 28 из 150. Андреа Кербела. Не знаю такого игрока. Возможно, до сих пор играет в колледже. Так, ну и что ж, последний пак остался. С автографом.
Да. Внизу автограф. О, Джош Гиди. Лажевски. Еще один Ларри Бёрд. Еще один Эйджи Гриффин. Бахейм еще один. Кёкбёрн. Квинерли. И автограф Усман Дьенг. Игрок у нас Оклахомы. Довольно неплохо. Вот такой автограф получается достать. Премиум Автон. Не последний игрок из перечисленных. Ну и крайняя карта у нас. Это Усман Гаруба, экс-игрок Хьюстона. Такая подсерия Explode. Ну что ж, достали подсерию из 100 Weekend Warrior Маркус Сессер, ныне игрок Детройта. Далее еще одна подсерия, это Risen Heat. Это у нас Хоукинс, игрок Пеликанов. Ну и автограф премиум авто Усман Дьенг, игрок Оклахомы. Ну что ж, вот такая у нас распаковка получилась. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.